Музей Бердаха – это настоящая сокровищница культурного наследия Узбекистана. Музей создан при Каракалпакском государственном университете имени Бердаха согласно постановлению Кабинета министров Республики Узбекистан о широком праздновании 170-летия со дня рождения каракалпакского мыслителя и поэта Бердаха от 20 мая 1998 года в городе Нукус. Карапа классик әдебиетінің ірі тұлғаларының бірі Бердах Қарғабайұлының 170 жылдық юбилейін кең түрде. К 170-летию выдающегося деятеля каракалпакской классической литературы Бердаха Қарғабайұлы в городе Нукус был организован музей. Первоначально он назывался Национальным музеем Бердаха при Каракалпакском университете имени Бердаха, а затем с 2002 года стал представлять широкой массе свои обновленные и интересные экспозиции. Официальное открытие музея состоялось 1 марта 2002 года. 13 апреля 2021 года музей был переименован в Государственный музей истории каракалпакской литературы имени Бердаха. Бердах номадаги каракалпак адабияты тарихи давлет музейда. В Государственном музее истории каракалпакской литературы имени Бердаха проводятся юбилейные вечера каракалпакских поэтов, писателей и известных журналистов. А еще совместно с научными сотрудниками музея и университета организуются научные экспедиции. Например, в честь 900-летия Хаким Ата Сулеймана Бахыргани в городе Нукусе состоялась международная научная конференция. На этой конференции были представлены и опубликованы новые сведения о мавзолее Хаким Ата, который находится в Муйнакском районе. Эти сведения были собраны научными сотрудниками музея совместно с другими ответственными организациями. Здание музея расположено вблизи Каракалпакского государственного университета. Трехэтажное здание музея украшено одним большим и шестью малыми куполами общей площадью 1,26 квадратных метров. Автором проекта стал известный в республике архитектор, лауреат государственной премии имени Бердаха Аренбай Тариниязов. Музей, несомненно, является яркой достопримечательностью и украшает город своим необычным архитектурным решением. Бердах атындағы Қарақалпақ әдебиеті тарихы музейі. Государственный музей истории каракалпакской литературы имени Бердаха является одним из самых молодых объектов, хранящих ценную информацию. Тем не менее, здесь представлены более 800 старинных книг, рукописей, которые были изучены и выставлены на экспозициях. Большая часть этих книг и записей на персидском и арабском языках, посвященных занятиям в древних мадресе. Кроме того, большое место отведено литературе, написанной на тюркском языке. Причина в том, что наши предки творили, созидали на прекрасном тюркском языке. Наваи, Машараб, Суфи Алайор, Махтум Кули, поэтому здесь хранятся рукописи поэта Бердаха. Бердах бабамыздың қол жазбаларда бұл жерде сақтан тұрды. В музее два отдела – отдел музейного рукописного наследия и отдел каракалпакской литературы XIX века. В музее в основном представлены экспозиции, посвященные истории каракалпакской литературы. Особый интерес у посетителей вызывает зал рукописей, где хранятся письменные памятники на арабском, персидском и тюркском языках. Сотрудники нашего музея подготовили очень много ценных материалов о поэте ученом Мулла Исхаке, который когда-то попал в Венгрию вместе с известным ученым-востоковедом Германом Вамбери.
В частности, наши научные сотрудники собрали стихи этого поэта, и его работы впервые были изданы в нашей стране в книжном формате. Думаю, это тоже одно из достижений нашего музея. В музее также выставлены национальные украшения и одежда, предметы быта и археологические находки. В будущем в музее планируется открыть также и реставрационный центр. В музее можно ознакомиться с панно и предметами, отражающими период жизни поэта, творческие работы, различные монографии и книги других ученых, а также женские костюмы того времени. Сначала в нашем музее было около 5000 экспонатов, а на сегодняшний день представлены более 12000 материалов. Бұндан ташқары біз шу елінің Узыда. Кроме этого, мы посетили могилы деятелей каракалпакской литературы, изучили творчество таких великих людей, как Бердах, Аджаниеяс, Кунхуджа и Утеш смогли собрать ценные сведения. Например, дочь крупнейшего каракалпакского поэта Бердаха была одной из первых среди женщин, которая была сказителем, то есть бахши и лидером исполнителей фольклора. Мы думаем, что такая информация будет интересна читателям. И, конечно же, научные сотрудники нашего музея совместно со средствами массовой информации регулярно готовят передачи. Бердымурат Каргабайулы, известный под литературным псевдонимом Бердах, крупнейший каракалпакский поэт дореволюционной поры, родился в семье бедняка на юге Приорали. Бердах родился в простой дехханской семье на южном берегу Аральского моря, в низовьях Амударьи. Там и он вырос, был сиротой, очень много переживал жизненные трудности, начиная с детства. И потом он учился в Карахумском медресе, когда он был подростком. Это учебное заведение было известным. Там учились многие люди, многие молодые люди из Казахстана, из Хорезма, Туркмении, из самого Каракалпакстана. Было заметным и сильным учебным заведением по меркам тогдашнего времени, конечно. И он окончил это медресе и стал грамотным, образованным человеком. Поэтому он здесь постиг многие поэтов и мыслителей Древнего Востока. Поэтому в его стихотворении «Искалба» он с благодарностью вспоминает это медресе и перечисляет, кого он учил. Например, начиная с Аристотеля, Платона, это в восточном произношении это Афлатун и Арасту, и других там мыслителей Саади, Ширази, Наваи и Махтамкулы, конечно, каждому из этих посвящал по строфе, по четыре строки, и с благодарностью их вспоминают. Бердаху не удалось окончить курс обучения в медресе, но это не помешало ему стать образованным человеком своего времени. Известно, что поэт отлично знал произведения классиков Востока. С юных лет Бердах научился играть на дутаре и исполнять народные песни, а к 25 годам уже стал популярным поэтом и желанным гостем в каждом доме. Он родился и творил, жил и творил в условиях феодального общества, которое царило в Средней Азии, вообще во всей Центральной Азии в XIX веке. И в этих условиях он, конечно,
не мог не видеть разные перекосы общества. Конечно, в феодальном обществе было сильное расслоение народа и общества на различные социальные слои. Он обратил свою поэзию на тему социальной нужды народа, на тему национального осознания, самосознания народа и так далее. И его стихотворения были посвящены именно этим темам, дидактической теме особенно. Это традиционная тема для восточных поэтов. Например, «Для народа», «Лучше», «Невеста» и другие стихотворения его были посвящены вот этим темам. В народе бытует немало рассказов и легенд о том, как и когда началось страстное увлечение Бердаха поэзией. Одни говорят, поэтическая муза Бердаха появилась еще в ту пору, когда он пас телят. Другие утверждают, Бердах еще 13-летним стал придумывать и исполнять песни. Вот что говорит сам поэт в одном из стихотворений. «В 11 лет я пас телят, тогда же в лоно поэзии я был принят. У меня 12-летнего муза и дар так и бурлят. Так я стал красноречивым». Бердах один из первых, можно сказать, разработал концепцию труда в своем творчестве. Раньше в восточной литературе концепцию труда можно было видеть только в поэме Наваи, великого Наваи, в его поэме «Фархат и Ширин», где Фархат, несмотря на то, что он царевич, сын царя, занимается не только умственным трудом, но и физическим трудом, производственным трудом. Он занимается строительством и прочими ремеслами. И вот эту традицию Наваи Бердах продолжил в своем творчестве, во многих стихотворениях он славит честный труд. Бердаха также причисляют к числу первых историков каракалпакского народа. Так в его произведении «Шеджере» раскрывается генеалогия каракалпаков и содержатся сведения о тюркских народах. Если взять каракалпакскую литературу того времени, то есть период начала становления бывшего союза, то в реформированной арабо-каракалпакской письменности были написаны произведения, они имели и на данный момент имеют важное значение. Потому что здесь можно увидеть сохранившийся уникальный оригинал произведения выдающегося поэта Бердаха. В 1995 году Хусниддин Хамидов изучил работы поэта, и ему удалось опубликовать книгу «Рукописные наследия Бердаха» на русском языке и текст арабской грамматики. Мы продолжили экспедиции и смогли найти несколько произведений Бердаха, а его рукописи постепенно изучаются, приводятся в порядок. Произведения Бердаха неоднократно переиздаются и в наше время. Они переведены на многие языки. Одним из таких уникальных работ можно назвать «Шежере», а еще и «Хорезмские рукописи», переписанные Балтабой Зарикеевым, которому об этих произведениях рассказывал один из учеников Бердаха, поэт Казакбай. Самым выдающимся поэтом каракалпакской литературы является Бердах, он же Бердамурод, а самым известным его произведением считается сборник «Шежере», «Родословная». Дело в том, что «Шежере» является одним из крупнейших произведений, рассказывающих об истории не только племен каракалпакского народа, но и тюркских народов – казахов, туркменов, узбеков. Все мы хорошо знаем, что тюркские народы, живущие на земле Хорезма, Приоралья, Низовья, Хамударьи, каракалпаки, туркмены, узбеки, казахи всегда жили в мире и согласии. Их литература и фольклор взаимосвязаны, переплетаются друг с другом. Thank you.
Құлдас Жұмақов айтатын болса, Бердахтың шежіре һәм харизм шығармалары. В заключение хочется сказать, Шежере и сборники Хорезма Бердаха являются выдающимися сокровищами каракалпакского народа. Это для нас большая честь иметь такие сокровища на этом месте. Хотя хранение этих произведений в нашем музее считается естественным явлением. Как я уже сказал, хранится копия произведения, переписанная Балтобой Зарикеевым. Помимо этого, ведется работа по архивным материалам учебного исследователя по фольклору Саидназара Бекназарова. В этом сборнике представлены еще не изученные произведения наших выдающихся поэтов Бердаха и Аджиниёза. Есть еще неизученные места и произведения искусств, хотя, к сожалению, многие уникальные предметы каракалпакской культуры когда-то были перевезены в Турцию, Россию и в другие страны. Мы планируем организовать различные экспедиции на уровне правительства и обязательно передать нашему будущему поколению уникальные произведения таких великих людей. Әлбетте, бұның бары уақыты талап етеді, һәм көп міниетті талап етеді, көп жұмыс істеуіміз керек бұл бойынша. Құдай қаласа, мұндай жұмысқа келешекте істер деп ойлаймын.